Я очень благодарен организаторам этого мероприятия за то, что предоставили возможность выступить и предоставить информацию о наиболее важных событиях в онкоурологии, которые произошли не только в 2022, но и в конце 2021 года. И я в своей презентации остановлюсь на трех нозологиях. Это уротелиальный рак, рак почки, рак предстательной железы. Начну с уротелиального рака. Именно при этом заболевании в настоящее время происходят такие серьезные изменения, меняющие клиническую практику. Постепенно мы стали ориентироваться на органосохранные подходы у пациентов рака мочевого пузыря, мощноинвазивным раком мочевого пузыря с локализованными стадиями, и постепенно это все приходит в клиническую практику на протяжении последних десятилетий. Мы знаем, что радикальность. Но в настоящее время тримодальная терапия рассматривается как альтернатива радикальной цистектомии у больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря с локализованными стадиями Т2, Т3. Под тримодальной терапией мы принимаем выполнение трансуретральной резекции в оптимальном объеме с последующей лучевой терапией в сочетании с химиотерапией, со стабилизирующей целью. К сожалению, в настоящее время отсутствуют сравнительные исследования с первым уровнем доказательности, то есть рандомизированные исследования, в котором бы напрямую сравнивались два этих подхода. Пока идеальным кандидатом для тримодальной терапии считаются пациенты с клинической Т2, Т3, Н0 стадии заболевания, у которых нет гидронефроза, у которых опухоль менее 7 см, при отсутствии мультифокального поражения, возможно выполнить тур в оптимальном, в полном объеме, и достаточная функция и объем мочевого пузыря. И в этом году были представлены результаты ретроспективного исследования. Это очень такой серьезный анализ был проведен в это исследование рака мочевого пузыря мышечно-инвазивным, в отношении которых можно было выбрать как радикальную цистектомию, так и тримодальный подход. Это было такое match compassion исследование, в котором эти группы были очень хорошо сбалансированы по своим основным прогностическим и клиническим характеристикам. И мы видим, что показатели пятилетней общей выживаемости не только не были скомпрометированы тримодальным подходом, но и мы видим тенденцию и к улучшению показателей общей выживаемости в отношении той группы, для которой был выбран тримодальный подход. В том числе это касается и улучшения показателей пятилетней безметастатической выживаемости. При этом в том случае, если тримодальный подход был выбран в качестве основной опции, спасительная цистектомия требовалась выполнение спасительной цистектомии было необходимо у 13% пациентов в последующем при больными. Таким образом, мы получили сопоставимые онкологические результаты при радикальной цистектомии и при тримодальной терапии, и это еще раз подтверждает то, что тримодальная терапия может быть предложена как альтернатива радикальной цистектомии в хорошо отобранной группе больных. Ограничением пока является то, что пока, к сожалению, отсутствуют рандомизированные исследования, напрямую сравнивающие эти два подхода. Органосохранные подходы подразумевают не только тримодальную терапию, да, но они еще включают в себя и лекарственную терапию в чистом виде. И в настоящее время были доложены результаты трех исследований второй фазы, в которых изучалось лекарственный подход в качестве самостоятельного метода лечения в отношении больных с локализованными формами рака мочевого пузыря, либо в комбинации с плюс Nivolumab может генерировать практически 50% полных клинических ответов. В других исследованиях уже изучалась комбинация лекарственных режимов с включением иммунотерапевтических агентов и в сочетании с лучевой терапией, и добавление лучевой терапии позволило увеличить частоту полных клинических ответов уже до 80%. При ограниченных сроках наблюдения мы видим, что в том случае, если достигался полный клинический ответ,
при использовании консервативных подходов, то он удерживался практически у 70-80% больных. Пока сроки наблюдения ограничены еще, и дальнейший follow-up позволит определить место органосохранных подходов в виде комбинированных режимов больных локализованным раком мочевого пузыря. Помним, что у нас есть два исследования с противоположными результатами. В одном исследовании назначался атезолизумаб в качестве адъювантной терапии, в другом исследовании ниволумаб. В обоих исследованиях включались пациенты, которым была выполнена радикальная цистектомия и с высоким риском рецидива. В исследовании с атезолизумабом в общей популяции больных мы не увидели улучшения показателей общего хода. В исследовании с ниволумабом, наоборот, в общей популяции мы видим значимое, клинически значимое улучшение показателей, увеличилось на 10 месяцев, в том числе у пациентов с PD-L-экспрессией, без прогрессивной выживаемости и улучшения результатов хирургического лечения. С атезолизумабом мы этого не видели и в PD-L-позитивной популяции. Таким образом, у нас два исследования с разными результатами, одно негативное, другое позитивное. К позитивному исследованию, в котором ниволумаб продемонстрировал свое так сказать, значение в качестве адъювантной терапии, по-прежнему остаются там еще некоторые вопросы в отношении отбора больных и в отношении того, какие больные получат максимальную пользу от данной терапии. Но, тем не менее, вот такие значимые улучшения показателей без прогрессивной выживаемости пока при отсутствии улучшения показателей общей выживаемости позволили рекомендовать данный подход регуляторными органами в Евросоюзе, в Соединенных Штатах. И данный подход будет также рекомендован и в наших национальных клинических рекомендациях. Еще раз остановлюсь на том, почему мы получили разные результаты. Не совсем понятно. Вполне возможно, что селекция больных здесь играла такую ключевую роль в том, что мы получили разные результаты. И вот в этом контексте я хотел бы привести результаты исследования, которое было опубликовано в журнале Nature, в котором изучается прогностическое значение циркулирующих опухолевой ДНК у больных уротелиальным раком в целом и у тех, которым проводилась адъювантная иммунотерапия атезолизумабом. То есть речь идет о том отрицательном исследовании с атеза, которая не продемонстрировала выигрыш в беспрогрессивной общей выживаемости. Циркулирующие опухолевые клетки, не буду долго останавливаться, циркулирующие опухолевые ДНК – это фрагменты с коротким периодом полужизни, в физиологических условиях они являются продуктом жизнедеятельности и апоптоза нормальных. Качественные клетки также являются источником циркулирующих опухолевых ДНК и в принципе, это может быть инструментом, который позволяет в том числе осуществлять контроль за резидуальной болезнью после радикального хирургического лечения. И анализ вот этого исследования Indigo с отрицательными результатами, да, он продемонстрировал отсутствие улучшения результатов при использовании атезолизумаба. Но вот поданализ продемонстрировал нам то, что у тех пациентов, у которых присутствовала циркулирующая опухолевая ДНК после радикальной цистектомии, вот именно эта группа пациентов выигрывала от назначения атезолизумаба. В то время как при отсутствии циркулирующих опухолевых ДНК после цистектомии атезолизумаб не улучшал показатели беспрогрессивной выживаемости. Таким образом, вполне возможно, что циркулирующие, которые позволят более четко определять показания к проведению адъювантной иммунотерапии после радикальной цистектомии. Метастатический уротелиальный рак, мы все помним, что в том случае, если у нас нет прогрессирования после использования платиновых комбинаций в первой линии, мы должны давать поддерживающую терапию авелумабом до прогрессирования, поскольку
данный подход улучшает показатели беспрогрессивной и общей выживаемости в целом. И, естественно, поскольку лекарственные опции до недавнего времени были ограничены, и мы сталкивались с проблемой, а что же назначить в том случае, если мы видим прогрессирование после поддерживающей терапии, поскольку уже использована и химиотерапевтическая опция, и иммунотерапевтическая опция. И вот на сцену выходят уже новые молекулы, новые препараты, это и тиросинкиназные ингибиторы, и конъюгат моноклональных антител с цитотоксическими агентами, это инфортумаб, педотин, эстацитузумаб, гавитекан, инфортумаб. Это гуманизированное моноклональное антитело, направленное к нектину-4, трансмембранному протеину, который эпителиального рака, более того, это моноклональное антитело, оно соединено с антимикротубулярным агентом, и все это позволяет осуществлять адресную доставку цитотоксического препарата к опухолевым клеткам и создавать более высокие концентрации данного препарата. То же самое можно сказать и о эстацитузумабе, здесь уже гуманизированное моноклональное антитело уже к другому рецептору, к трансмембранному гликопротеину, и конъюгировано оно уже с активным метаболитом иринотекана. И вот инфортумаб изучался в исследовании третьей фазы у тех больных, которые прогрессировали после ранее проведенной химиотерапии с платиновыми производными и иммунотерапии. Сравнение проводилось с химиотерапией на выбор врача, использовался инсулин, либо доцитоксел, либо паклитоксел. И мы видим, что в это исследование включались больные, в том числе с метастазами в печени, около 30% больных. И у 30% больных был плохой прогноз от инфортумаба. Частота объективных эффектов при использовании инфортумаба достигла 40%, практически более чем в два раза выше в сравнении с химиотерапевтическими доступными опциями. Все это трансформировалось в улучшение показателей беспрогрессивной выживаемости и достоверное улучшение показателей общей выживаемости. И данный препарат, он уже рекомендован клиническому использованию в странах Евросоюза и в Соединенных Штатах, и ожидается регистрация в Российской Федерации. Эстацитузумаб во второй фазе, это другой уже конъюгат моноклонального антитела, о котором я только что говорил, он также демонстрирует пока относительно высокую эффективность, частота объективных эффектов во второй фазе достигла 27%. И мы, по всей видимости, станем свидетелями того в ближайшее время, что алгоритм лечения пациентов уротелиальным раком с прогрессированием после ранее проведенной терапии будет серьезно меняться. Не буду подробно сейчас на нем останавливаться. Перейду к метастатическому гормоночувствительному раку предстательной железы. Опять же, обнаруживается, да, диагностируется большой объем поражения, либо выявляются метастазы одновременно, синхронно, да, с первичной опухолью, то есть здесь мы, у нас есть две опции, либо провести кастрационную терапию в комбинации с доцитокселом, либо в комбинации с антиандрогенами нового поколения, но не совсем было понятно, а какова роль антиандрогенов нового поколения в том случае, если пациенты получили доцитоксел уже. И есть ли смысл в интенсификации режимов терапии, да, и после доцитоксела назначать антиандрогены нового поколения? И вот на этот вопрос постарались получить ответ вот в двух исследованиях. В первом исследовании, это исследование ТИС-1, дизайн этого исследования предусматривал сравнение двух групп. В одной группе проводилась стандартная терапия, кастрационная плюс доцитоксел, плюс-минус лучевая терапия. В другой группе к стандартной терапии добавлялся абиратерон. В это исследование включались больные только с метастазами де ново, то есть синхронно выявленные. И преимущественно мы видим, что у 60% больных была высокая опухолевая нагрузка, более интенсивный режим добавления абиратерона к доцитокселу, да, позволил существенно увеличить выживаемость без прогрессирования, практически медиана в два раза увеличилась, с 2 лет до 4,5 лет. Такие очень серьезные и такие красивые цифры, редко так увидишь преимущество, да, без прогрессивной выживаемости, которое измеряется несколькими годами. При этом мы видим, что
выживаемость без прогрессирования, увеличение показателей выживаемости без прогрессирования было и отмечено и как у пациентов с большим объемом поражения, так и у пациентов с малым объемом поражения. Общая выживаемость также была выше у пациентов, которые получали интенсивный режим комбинации кастрационной терапии Docetaxel плюс абиратерон. Но при этом мы пока не увидели малым объемом поражения. Возможно, что здесь допустим и последовательный подход при использовании существующих опций. Но тем не менее, вот такие вот значительные и клинически значимые улучшения показателей беспрогрессивной выживаемости, скорее всего, позволят рекомендовать абиратерон в комбинации с доцетакселом в качестве терапии первой линии у пациентов метастатическим гормонально-чувствительным раком предстательной железы, диагностированным одновременно с у которых метастазы диагностированы были одновременно с первичной опухолью. Второе исследование, это исследование Арасенс, в это исследование уже включались все больные с метастатическим гормоночувствительным раком предстательной железы, ранее не получавших лечения. И сравнение проводилось между стандартной терапией, кастрационной терапией в комбинации с доцетакселом. В экспериментальной группе к этой терапии добавлялся еще даралутамид. В основном включались пациенты, опять же, с синхронно выявленными метастазами. И мы кастрационной резистентности, посмотрите, как расходятся кривые красиво, и видим увеличение показателей общей выживаемости. Все это говорит о том, что, в общем-то, интенсификация режимов, она имеет серьезные преимущества в отношении определенной категории больных. Опять же, в этом исследовании в основном, основное преимущество мы видим у пациентов, у которых были метастатический процесс, был диагностирован впервые вместе с первичной опухолью. Таким образом, два исследования, серьезные преимущества в показателях без прогрессивной выживаемости, времени до кастрационной резистентности, преимущественно у пациентов с синхронно выявленными метастазами при любом объеме их поражения. И мы видим, что увеличение показателей общей выживаемости при добавлении абиратерона к стандартной терапии при у пациентов с большим объемом поражения. Но пока мы не знаем, к сожалению, нет таких исследований, в которых бы оценивалось роль доцетаксельной терапии. Таких исследований нет, и хорошо бы посмотреть доцетаксел вот в этих интенсивных режимах. Но тем не менее, вот эти опции, они в отношении пациентов с большим объемом поражения, либо с метастатическим процессом, выявленным раком предстательной железы. Посмотрите, как меняются показатели общей выживаемости на протяжении последних лет. Мы видим, что медиана продолжительности жизни, она уже измеряется 5 годами в отношении больных метастатическим гормонально-чувствительным раком предстательной железы. Биохимический рецидив. Стандартным является в отношении этих пациентов лучевая терапия на ложе предстательной железы в комбинации с коротким курсом кастрационной терапии, снижается риск биохимического и клинического прогрессирования. Не было понятно, какова роль дополнительной лучевой терапии на лимфоузлы таза. И вот этот вопрос изучался в исследовании РТОК в 3 группы. В первой группе пациенты получали лучевую терапию на ложе предстательной железы, во второй группе, помимо этого, они получали 6 месяцев. И в третьей группе еще добавлялась и лучевая терапия на лимфоузлы таза. Большое число пациентов, включенных в данное исследование. Предварительные результаты были доложены еще в 2018 году. И мы видим, что добавление лучевой терапии определяло тенденцию к улучшению выживаемости без прогрессирования. И в этом году были доложены уже окончательные результаты и при медиане времени наблюдения 8,5 лет. Мы также видим, что выигрыш во времени до прогрессирования в том случае, если добавлялась лучевая терапия на лимфоузлы таза к уже стандартной лучевой терапии на ложе предстательной железы с коротким курсом кастрационной терапии при развитии биохимического рецидива после радикального хирургического лечения.
Но пока мы не видим улучшения показателей общей выживаемости, и, скорее всего, вряд ли мы это увидим. Кастрационно-резистентный рак предстательной железы, роль ПАРП-ингибиторов при данной форме заболевания генах BRCA1, BRCA2 может достигать 11-12%. При этом, если к этим терминальным мутациям прибавить еще и соматические мутации в генах системы репарации ДНК, то частота этих нарушений может достигать 20-30%. Мы также помним, что Алапариб и Рукапариб, они зарегистрированы клиническим использованием в отношении пациентов с наличием мутации в генах гомологичной рекомбинации. Эти препараты зарегистрированы в качестве второй и третьей линии при кастрационно-резистентном раке предстательной железы у тех больных, которые уже получили, как правило, гормонотерапию антиандрогенами нового поколения. И предпринимаются усилия по выводу этих препаратов в первую линию и оценке эффективности этой терапии ПАРП-ингибиторами в первой линии в комбинации с антиандрогенами нового поколения. И вот два исследования. Исследование Magnitude. В это исследование включались больные с первичным метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы, в том числе больные, у которых отсутствовали альтерации в генах гомологичной рекомбинации. И это было как бы два маленьких исследования в рамках одного исследования. Нерпариб добавлялся к абиратерону в качестве стандартной линии была использована терапия абиратероном, и сравнение проводилось вот между этими двумя группами. В популяции пациентов, у которых не было нарушений в генах гомологичной рекомбинации, добавление ПАРП-ингибиторов к антиандрогенам нового поколения с первой линии ничего не дало, но в том случае, если выявлялись нарушения в генно-гомологичной рекомбинации, мы видим существенное улучшение показателей беспрогрессивной выживаемости. Медиана увеличилась на 6 месяцев, причем за счет тех пациентов, у которых были в основном нарушения в генах BRCA1, BRCA2. Пока это все не трансформировалось в улучшение показателей общей выживаемости, изучалась уже роль комбинации абиратерона с алапарибом в отношении также больных с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы. И данная комбинация проводилась уже в качестве терапии первой линии. Мы видим улучшение показателей времени до рентгенологического прогрессирования при добавлении алапариба. И при этом, как это ни странно, улучшение показателей беспрогрессивной рентгенологической выживаемости фиксировалось у пациентов как с нарушениями генно-гомологичной рекомбинации, так и у той группы, у которых этих нарушений не было. Опять же, некоторый такой диссонанс с предыдущим исследованием. И мы не видим пока улучшения показателей в общей выживаемости. Скорее всего, данная опция не будет рекомендована пока клиническому использованию, поскольку нет понимания, как отбирать больных для этого лечения. И самое главное, у нас нет улучшения пока показателей в общей выживаемости. Радионуклидное место уже в лекарственном лечении при кастрационных резистентных формах рака предстательной железы. В исследовании Vision проводилось сравнение между доступной опцией, стандартной опцией и радионуклидной терапией с лютецием у тех пациентов с кастрационно-резистентным раком, которые прогрессируют после антиандрогенов нового поколения и после токсанов. Увидели существенное улучшение показателей общей выживаемости при использовании лютеция, высокая частота радиологических ответов, достигаемая до 50%, но при этом максимальную пользу от данного вида радионуклидной терапии получают те пациенты, у которых определяется максимальная метаболическая активность, в данном случае СУВ больше 9.9, при проведении ПЭТ-КТ ПСМА с галлием. То есть фактически ПЭТ-КТ ПСМА с галлием является инструментом отбора, будет являться инструментом селекции пациентов для проведения данного вида терапии. Еще одно исследование
вообще так сделано исследование, небольшое исследование второй фазы. У пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы мы видим улучшение показателей беспрогрессивной выживаемости достоверное, снижение риска прогрессирования относительного на 38%, без улучшения показателей общей выживаемости. Таким образом, радионуклидная терапия с лютецием, она войдет в клинические рекомендации, уже вошла в западных странах клинические рекомендации, но при этом надо понимать, что перед проведением этой терапии в обязательном порядке необходимо будет проведение исследования ПЭТ-КТ, ПСМА с галлием для определения, для селекции пациентов прежде всего, для радионуклидной терапии. Рак почки, буквально несколько слов, ничего нового там не произошло, к сожалению, за последние годы. Мы помним с вами исследование CheckMate, в котором изучалась комбинация Нива плюс кабозантинип в качестве терапии первой линии. Данная комбинация, как, впрочем, и все другие, способствовала улучшению показателей беспрогрессивной выживаемости симпочечно-клеточным раком. Но вот исследователи провели поданализ, который продемонстрировал, что в том случае, если достигается максимальный эффект, да, и глубина ответа на лечение максимальная, то есть уменьшает преимущество в общей выживаемости вне зависимости от того, какой вид терапии проводил. Дмитрий Александрович, на связи? Михаил Юрьевич, я на связи, я практически закончил все. На вопросы сможете ответить? Да, конечно.